Добрый день, меня зовут Черникова Дарья, я менеджер отдела продаж официального дилера Mercedes-Benz «Звезда столицы» Варшавка. Сегодня наш традиционный видеообзор, посвященный новинке от концерна Daimler, который будет интересен всем поклонникам среднеразмерных SUV премиум-класса. Это, конечно же, Mercedes-Benz GLC. Новая модель вышла на смену GLK. GLC выглядит очень мощно, внушительно и в то же время изящно, благодаря своим плавным перетекающим линиям. На выбор доступны 4 линии дизайна. Базовая, эксклюзив с отделкой некоторых элементов хромом, Off-road, это передний бампер с увеличенным углом свеса, и AMG Line, как этот автомобиль. Обратите внимание на некоторые элементы дизайна. Это спойлеры переднего и заднего бамперов и 19-е AMG диски с 5 сдвоенными спицами. Фары GLC можно заказать в светодиодном исполнении, а система адаптации фар плюс поможет вам при проезде по неосвещенным участкам дорог в ночное время. Она распознает встречный или впереди идущий транспорт и автоматически затемняет фрагмент светового луча, попадающий на автомобиль, тем самым повышая безопасность движения. Салон GLC стал гораздо просторнее его предшественника. Переднее пространство стало шире, а потолок выше. Задние пассажиры получили дополнительное пространство для ног, а сами сиденья стали шире. Кстати, благодаря этому стало удобнее крепить детские сиденья. Передние сиденья оснащены комфортной поддержкой спины и шеи, оснащены подогревом и при желании можно добавить вентиляцию. Сидеть очень комфортно и удобно. Центральная консоль отличается простым элегантным дизайном. Расположение элементов выверено до миллиметра, что обеспечивает комфорт и безопасность. Но, конечно, оказавшись в салоне Mercedes-Benz GLC, хочется сразу завести двигатель, чтобы проверить, на что способен данный автомобиль на дороге. А ему есть чем вас впечатлить. Вы можете выбрать бензиновый двигатель мощностью 211 лошадиных сил и два дизельных мощностью 170 и 204 лошадиные силы. Все автомобили GLC оснащены полным приводом и 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Плавность хода и рулевое управление просто великолепны. Хотите больше жесткости? Включите режим Sport или Sport Plus. Опционально можно дополнительно установить пакет Off-Road, дополнив автомобиль режимами бездорожья, спуск, скользкий грунт и прицеп. Ходовые качества GLC вышли на новый уровень благодаря впервые предлагаемой в данном сегменте пневмоподвеске Air Body Control, которую вы также можете установить дополнительно. Конечно, Mercedes-Benz GLC оснащен широким спектром базовых и опциональных вспомогательных систем, которые призваны сделать движение более комфортным и безопасным для водителя. Это и системы помощи при парковке, и адаптивный круиз-контроль, и система контроля динамики в поворотах, система предупреждения о возможном столкновении спереди, система превентивного экстренного торможения, система контроля усталости водителя и многое другое. О достоинствах нового Mercedes-Benz GLC можно рассказывать очень долго, но при выборе нового автомобиля каждый водитель руководствуется собственными приоритетами. Поэтому я предлагаю вам самостоятельно протестировать GLC и самим убедиться в том, что новинка от Mercedes-Benz соответствует самым взыскательным требованиям. Ждем вас в Mercedes-Benz «Звезда столицы».